На термометре 15 со знаком плюс. За окном солнце. В Самару пришла весна. Но городские парки и скверы пусты. Большинство самарцев предпочитают позаботиться о своем здоровье и остаться дома. Повышенная готовность. Есть угроза распространения коронавирусной инфекции. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Администрация Самары обращается к вам с предвидительной просьбой. Оставайтесь дома. Это ПВП, жизнь, безопасность. Гораздо меньше. То есть люди как-то адекватно уже задумываются над тем, то, что где отдохнуть и где провести время. И детские площадки, спортивные площадки, то есть и какие-то торгующие, то есть лавки, то есть все это закрыто. Поэтому людям просьба, так скажем, оставаться лучше дома. Но не все к этому прислушиваются. Есть и такие, кто нерабочую неделю воспринимает как отпуск. Нет, не боимся. А почему не боимся? Потому что вирус гуляет в заморске. Здоровы, тело, здоровье идут. О безопасности самарцев думают городские власти. С самого утра дорожные пылесосы и помывочные машины всех мастей убираются в парках, скверах и на площадях. А сразу после чистки занимаются дезинфекцией. С сегодняшнего дня по распоряжению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова и распоряжению главы города Елены Владимировны Лапушкиной начата санитарная обработка общественных территорий города Самары. Основной упор сейчас делается на остановке, на общественной территории, где происходит массовое скопление людей. Работа будет проходить постоянно сейчас. Кроме парков, скверов, площадей и набережной моют дороги. Все общественные пространства обрабатывают специальным веществом – хлорамином. Для автомобилей и обуви такое средство не вредно, а вот вирусы уничтожает. Его используют по рекомендациям Роспотребнадзора. Мария Левина, Сергей Баскин. События.